Нажимы, завитки ценой в сотни тысяч долларов. Полиграфическое искусство, которое оказалось в России на грани вымирания, может обернуться высокодоходным бизнесом. Нажимы и завитки могут приносить прибыль. Каллиграфическое искусство, которое сегодня в России на грани вымирания, прельщает коллекционеров всего мира. Каллиграфические изыски изучал Андрей Воронин. Каллиграфическое искусство – искусство совершенства, самое древнее. Ведь вначале было слово, которое очень хотелось записать. Оно тесно связано и с живописью, и с архитектурой, и с музыкой, даже с фотографией. Все начиналось с изящно закрученных символов. Выводить древние литеры лишь лазер сегодня может. В России каллиграфических дел мастеров осталось меньше десятка. Искусство древности разбилось о современные технологии. Стучать по клавишам компьютера и удобнее, и быстрее. Каллиграфы сетуют, вузы больше не обучают чистописанию. Да и труд этот оплачивается в 10 раз дешевле, чем на Западе. Хотя российский каллиграфический потенциал очень высок. Даже в самом современном подростке живет свой Нестор-летописец. Хотя люди к этому тянутся, интуитивно, они чувствуют это, потому что то, что мы видим вокруг, эти вот граффити, надписи, это то нереализованный потенциал, который есть у каждого человека. Будь то нацарапать в лифте или на стекле, это та глубинная, вот рудиментарная форма, тот инстинкт, который нуждается в выходе каком-то. И все же каллиграфические навыки в России не потеряны. Не больше 10 частных школ обучают правильному нажиму и завиткам. Месячный абонемент по чистописанию обойдется от 1000 до 3000 рублей, но перспективы намного дороже. Сегодня российские коллекционеры все чаще обращают внимание на древнее искусство. Уже обращают, уже коллекционируют, может быть, не в больших масштабах, но это очень тонкое. И я думаю, что да, конечно, у многих возникнет желание, а где и как это можно запечатлеть. Свое имя, фамилию, свой посыл, свидетельство о рождении ребенка, ну, все что угодно. Признанные каллиграфические шедевры оцениваются в сотни тысяч долларов. Тексты попроще потянут на несколько тысяч. Эксперты утверждают, это новый вид инвестиций. Самыми ходовыми прописями сегодня называют полотна Японии, Кореи и Китая. Россия не отстает. Рукописные древнеславянские книги тоже попадают в каллиграфическую область. Андрей Воронин, Дмитрий Шарапов.